«Лучший город Земли», написано на часах. Вот это место, где соединяются одни из самых больших улиц города Обнинск, мне запомнилось, как только я сюда приехал. Вообще, весь город стал именно с этим местом меня ассоциируется теперь. Когда куда-то уезжаю, вспоминаю про Обнинск, я вспоминаю именно вот это вот место. Треугольная площадь. Соединение улицы Курчатова и улицы Ленина. Это вот отсюда. Мы въезжаем в город. Когда въезжаем в город с юга, через туннель под железной дорогой. Вот это улица Ленина. Про улицу Ленина сделаю отдельный репортаж. Обязательно. А вот здесь вот уютный скверик. На этих лавочках очень было мне приятно, еще будучи студентом, сидеть с ребятами, с гитарами. Потрясающее обнинское небо. Обожаю. Сейчас здесь облака такие интересные. А бывают очень красивые кучевые облака. Так, хочу дойти до улицы Ленина. А вот улица Ленина. А это общежитие. Самое первое мое жилье. В 86-м году я в него заселился. Обнинск. Это мой город. Я его очень люблю. А в нем много недостатков. О них я могу тоже долго рассказывать. Но мне приятнее говорить о его достоинствах. Ведь хорошие люди, добрые. И очень интересная архитектура и расположение улиц. Очень интересное расположение улиц. Если посмотреть на схему города сверху, то именно вот соединение Курчатова и Ленина выглядит как лучи звезды соединяющиеся. То есть такое ощущение, что архитекторы задумывали, что в будущем когда-то город будет иметь форму огромной большой звезды. Но сделали всего лишь сектор одного луча звезды. Вот что мне больше всего не нравится, так это курящие женщины. А, что ж теперь, везде есть свои недостатки. Воздух в Обнинске особый. Мне нравится. А это дворец бракосочетания. Я в Обнинске. Два раза женился. И мои друзья женились, многие в Обнинске. Да. Интересный символ. Две руки под большим кольцом, обручем. А это улица Курчатова. Улица Курчатова. Интересно, в Обнинске все улицы имеют название имен. Очень мало улиц, которые называются Садовая или... Это в основном на поселке. На поселке или на поселке Мирном. А именно в самом городе все улицы имеют имена. Имена известных людей. Курчатов, Жолио-Кюри и так далее. А, кстати, улица Победы, на которой я живу.
Это, наверное, исключение.